Сегодня у нас кабачковые оладушки. Кабачки у нас еще нежные, молочные, поэтому вместе со шкуркой трете на мелкой или на крупной или на средней терке. Добавляете 2 яйца, щепотка соли, щепотка сахара и буквально столовая ложечка муки. Получается вкусно, нежно. Салат я в том году, соус такой рассказывала, просто трете огурчик на мелкой терке, добавляете майонез либо сметану, соль, чуть-чуть перца или паприки. Очень вкусно, нежно, а чеснок еще самое главное. В оладушки тоже можно чеснок добавить, но чеснок ведь не все кушают. Скоро покажу кабачки в яйце, потом пойдут помидоры уже побольше, они у нас есть, но пока их мало. Помидоры будут у нас в яйце, и в этом году хочу попробовать сделать вяленые помидоры. Если будет помидор много, хочу попробовать такую штучку, потом с ними буду показывать брускеты с сыром, с вяленными помидорками. Все, всем удачного дня!